Всем привет, подписчикам канала «Железнодорожные путешествия». С вами снова я, Саша Бердычев. Сегодня отправляюсь в весьма интересное путешествие. Киев, Ровно, Николаев, Киев. Поеду сначала 885-м поездом до Ровно. В этом ночной движ. На следующий день утром, днем где-то 3 часа дня отправляюсь на Николаев. Я буду Николаев 7 утра, а уже к обеду, около 15 часов, я уеду с Николаева в Киев. К 11 вечера воскресенья я буду в Киеве снова. 3 поезда, 885-й до Ровно. Потом 2-й Николаев класс, Ровно Николаев класс. И потом с Николаева поеду поездом в Херсон, Киев. Я остановлюсь на станции Киев класс. Ожидание своего поезда до Ровно. Сейчас увидите прибытие поезда Киев Салатвина. Я им ездил не так давно, 5 октября. А это самого Салатвина. С опозданием прибывает на Киев класс. Прибытие под электровозом через 8. Неплохой поезд. Советую бронировать билеты на 5-7 вагон. Это купейные вагоны, вполне комфортно. Видео можете видеть на моем канале «Поездка Киев с Латвии». Также фотографии с Инстаграм. Обычный скорый поезд. Старенький вагон Эмендорф. Вон, пятый вагон, кстати, хороший вагон. Не, по пятому и седьмому. Мне понравилось. Купейные вагоны проходили капитальный ремонт. Насчет плацкартных гарантировать ничего не могу. Субтитры сделал DimaTorzok.
Спасибо.
маленькую красивую, чтобы торопиться. Вы по Закарпатье не ездили, потом очень быстро. Я там езжу. А в Слобино? Ой, в Закарпатье я бываю. В Раховой жили? Туда езжу. У, на поезде? На поезде, если что-то видели красивые каталки. Красивые. А в Слобино? Я в Слобино ездила лучше раз. В Слобино вот так тебе. Я ездила, уже не бывала. А тут что? Аэропорт. Ну, машина Я засниму до Ровно, потом от Ровно до Николаева. А обратно дизель поездом на Киев. Спасибо.
Thank you.
Thank you.
Станция Победа. Примите ловень. Отступно зубинка Халимба. Thank you.
Один из черный пакет. Thank you.
прибыл в город с опозданием аж 40 минут. Печка задержалась. Ну, как и всегда, это стандартная проблема в железнодорожье. Данная печка состоит на первом пути ER9M. По факту, никакого повышенного комфорта в ней нет. Просто обычно тяга. Прибыл в 20.40, хотя должен был 20.50. Сейчас приду в город. Напишу и буду взять на следующий поезд, который будет завтра днем в 3 часа дня по Ровно Николаев. Сейчас увидите станцию Ровно, пассажирский, ну, Ровно это называется. Ровно, да, просто Ровно. На часах 4.40 я продолжаю ждать свой поезд Ровно Николаев. Сюда час назад проследовал поезд Киев. Ковель через эту станцию. Что заметно, что у многих уже поезда появляются новые от капитали, даже вообще новые вагоны. Видно по белым новым рамам. Даже Миндов ремонтируют капитально. Вот здесь мало товарных составов. Видно пока не очень темно. Я валяю по станции. Немножко сижу в зале ожидания. Мой поезд прибудет в 14 часов, где-то сюда 14.30 плюс-минус. И в 15.17, если не имею памяти, я должен отправиться. Вокзал Ровно. Вот такая вот ситуация у нас на нашей вылазке. И вот это, конечно, сидеть по ночам на вокзале или прогуляться по городу не вариант. Мне что-то буду планировать вылазки с Айпровым. Я заснял прибытие отправления нескольких пригородных поездов. Это ER9, Т, ER9М и Т1. Два тоже несколько поездов. Нет, поезд один заснял. Киев, Кови. Проезжал. Надо утром. И Т1, которая уже не ехала. Вот. И она была под М62, Машка это была М62, типа водик. А, да, заснял еще прибытие, ну, проехал товарняк под М62, ну, большой поезд, достаточно сильная машина. Вот АДшка, это вообще это мертвая тема. Задней секции нету, передняя вообще не запущена, то есть она существует только чтобы дверь открывать. И тянулся под нашей. Представляю, как внутренний холод, типа что-то было 5 утра. Сейчас мы видим вот это вот. Вот всегда задумываюсь, что это за штука. И никогда не знаю. Наверное, не знаю, что это такое. Всем уйдет. Если есть какие-то варианты, напишите в комментариях под моим видео. Что это такое? Кстати, у них есть даже знак УЗ, но еще старый вариант. УЗ печки. А сейчас УЗ вот такие полоски, как у Крывот, так и УЗ. А тут еще старый неперекрашенный вариант логотипа у Крызолезницы, которая была ПАД, стала АТ. Вот. Разгуляю поровну. У меня еще 3 часа осталось. Уставший, не спал ночь. Но готов к следующему поездке. Мой поезд приедет в 14.30 примерно, если не опоздает. Бой Кичка, например, опоздала, я потом говорил ранее, еще за ночью когда-то снял. И вот, да, я вещи снял, опоздает, да и поезда часто. Больная тема. Вот эта штука, походу, двигает ее. Так, ну, вел. Вот. Потому что я поезд прибыл в 14.30 и в 3.7, да, то есть, не помню, сколько вот так. Три в одном вокзале. До сего я еду в Николаев. Прикольные штуки. До
5. Что это? На чем она спустится? Чересок его слышно прямо вот издалека, прям чувствуется, вот там вдалеке и товарняк, и он приближается, и вот этот гул, не знаю, как от него. Я не знаю, кого работает машинист, а потому что в кабине этот гул, наверное, раз в 10 сильнее, учитывая, что на этих, скажем так, древненьких машинах нет никакой, наверное, звукоизоляции, или она там слабая. В общем, это, наверное, рохот дикий. Никогда не катался, может быть, когда-нибудь это получится. Собственно, вот снова какие-то машины, и, блин, я не знаю, что это, вот честно. Вот я не знаю, что это. Если есть какая-то информация, что это такое, зачем оно используется, как говорится, с чем его едят, то поделитесь этим вашим мнением в комментариях. Может, хотя бы вы знаете точное название этих машин, и можно загуглить и узнать, что это. Металлолом. Который на железной дороге особое отношение имеет. Бульдозер ракурс. Так, я сейчас дохожу куда-то. Там тупики, переехать на танцы, там люди. У нас такое, что дайте не буду. Какой-то вагон одинокий, вот либо где-то какие-то вагоны такие одинокие стоят, которые, наверное, не эксплуатируются, потому что они старые. Вернусь обратно на станцию, прогуляюсь немного, я заснял немножко дороги на электричке. Да, на пригородные такие, ну, региональные поезда, которые, походу, являются, значит, эти пригородные, потому что это тот же ER9, они обслуживают, ER9M, который ехал. Ко мне сказали, это типа поезда покраще, но, ну, подвищенного комфорта, повышенного комфорта. На самом деле, из всего повышения комфорта, это только листики с нумерацией вагона. Обычно ER9M, которая аналогично ездит по маршруту Киев-Тетерев пригородная, Киев-Нежин, вот та, на которой я ехал, вот, ну, ничем не отличается. То есть, если бы это какой-то был реально улучшенная версия ER9M или ED9, которая, например, оснащена была таблом, оснащена была внутри мягенькими удобными сиденьями с яркой подсветкой, то окей. А то, чем я ехал, ну да, там еще светильники поменяли на такие типа светодиодные, яркие, они были, не те, что в старых ярках, такие желтые обычно лампы накаливания стоят. Там стоят светодиодные. Но по факту особого покращенного комфорта. Нет, вот написано, что это электричка, ну, скажем так, вагон третьего класса. По факту, учитывая, что вагон второго класса, это считается и первого, это Hyundai и ER1 Interfan. Третий класс, это как класс, который называется фактически плацкар, то есть нулевой класс, а это под ним, минус первый, скажем так. Никуда не третий класс. Он намного будет. Ну, честно. Но лично мне, я не люблю пригородные электрички, я, честно, не особо люблю на них ездить. Мне приходится и по этому поводу не возмущаюсь. Хотя их, наверное, нужно каким-то макаром улучшать, обновлять, модернизировать. Вот. Что касается поездов, у нас этим все, я бы сказал, очень хорошо. Часто замечаю глюковские новые, либо капитально отремонтированные беленькие вагоны в составе обычных скорых поездов. Есть нижние швидки сны, есть нижние швидки скорой, скоростной, скоростной, типа фирменный. Например, Десна. Вот он с Киева, когда ехал, уже отобрали как ночной скоростной, типа швидки сны. По-моему, так, если не ошибаюсь. А во Львове его объявили уже как фирменный. То есть даже уже в обычных поездах, за 1400 гривен, такой первый поездный вагон, который прошел там 17-18 года капитальный ремонт. Если повезет, конечно. Ну, уже в большинстве случаев мне, по крайней мере, везло. Либо это Миндорфы, но капитальные чистые, либо это Гурьковские вагоны с розетками даже. Он я ездил обратно с Салафина, когда ехал, мне повезло с Гурьковскими вагонами. Ну, возможно, это от капитальный вагон. Вот там были розеточки на нижних полках. Кстати, это прям, как это называется? Ну, это нелогично, ставить только на нижних полках. На нижних полках только розетки, потому что как бы наверху тоже и люди едут на верхнем этаже полка, но как бы не без розеток. Дискриминация получается, по-моему, так это снова звучит, когда эта станция ровно. Ну, в общем, с поездами у нас все хорошо, не тепло, летом кондиционер, зимой тебе обогрев, ну, вот ездил, тепло, так что накрываюсь только простынкой чисто ради комфорта. Такого уюта, скажем так, а так можно не открываться, будет реально жарко. Я, например, свитер, наверное, даже сниму, когда зайду уже в поезд, хотя знаю, все промерз. По путям. Имеем 6 пассажирских путей. По факту это, наверное, больше, чем в Киеве. Но большинство из них это товарные. Одна, как это называется, береговая, и остальные это островные, причем без них тупиковые. На видео будет видно. Некоторых по электричке везде, которые там дальше используются, это 4-й, 5-й, 6-й, 3-й путь.
по-моему, так. Два из них это тупики, их заезжают, даже едут обратно. А два из них проходные, то есть тяга можете катать. Они сделаны для пригородных. Для поездов вот это береговая. Платформа фактически используется не сильно, подается на первый путь, как я заметил. Может быть на второй, но по крайней мере тогда второй путь вот этот. Ночью там занимал его товарняк, он там просто стоял. Сейчас его убрали. Вот. Движуха тут товарная постоянно. Так, не буду сильно садить батарею. При подаче поезда на станцию я продолжу съемку. Сейчас, может, максимум поснимаю прибытие различных кличек, дизель поездов и все то, что фактически за 3 часа еще может быть здесь проедет. Продолжаем наше путешествие. Ровно Николаев. Сейчас скажем на паузу помаленьку. Я думаю, что будет шлотает, а то что там толкает там. Унимат машина для ремонта рельс, по-моему. Ну, можно загуглить, по названию детально почитать. Мне обещали, что это для ремонта рельс. В чем суть этих вагонов, тоже не особо знаю. Про машину уже знаю. Это большая, конечно, такая. Ну, постоянно ползут, как она становится. И что будет обхаты дали. Что обхаты. Блин, ровно как будто бы большой мере, процентный нос, это реально грузовая станция. Вон, то есть, эти тупиковые пути, о которых я говорил, что снизу снимаю, я их поменял для этого моста. И вот эти мост, которые пропускные, чтобы можно поехать дальше. Сюда приводят только пригород, но на первый путь, как я понимаю, там не отсюда на поездах, но в принципе поезда лучше. А все остальное это тупо товарники, это уже видно товарниками. Тут, наверное, пути, если так подумать, там оно больше, чем не было. Тормозит маленько. Теперь растягивается, а теперь он растягивается и как бы останавливается. О, дэшка своим ходом едет, Тумах. То М62 притащила, которая была ранее утром. А это своим ходом. Ну, ого. Конечно, не кажется, что иду на пару списывать. А, ну правильно, 3 вагона. По факту ее целое состав 4 вагона. Но видно 4, она уже не стоит. Ай. Ну, 3 уже, слава богу. Конечно, народу столько стоит за станцией. И вот это 3 вагона, оно это... Мне кажется, провинция издевается над людьми такими поездами. Учитывая, что уже по цифру 30, поезд заполнен. И вот все заполнит эта толпа. И это издевательство. Потому что следователи перед нами. Они в нее залезли. Ну, хоть тут ты, ну, неплохо. Это майя. Конечно, люди не забились, просто, наверное, по самому я не хочу. Ну, вон это готово. А, то есть это пошло не так. Если мясо мало. А то смотри, что сломается, если перестанет. Ай! Боже! Ну, конечно, заметили на топливнице. Заметили на топливнице. А я включен все это. Хай поговорить, ведь я больше в хате передаду. Ну, ты что, мне за неделю надо уже будет дождь. Чем же ты под Киевом задержал лидера ИГИЛа? Это все еще работает. Так кошмар. Ну что там, тонометр еще? Так, гляди, холодно, не холодно. Сейчас купишь. Не водите, не водите.
конечно, мы привезли нас. Ну да, по телефону. Хорошо. Добро. Давай. Хорошо, добре. Хорошо, договорились. Правильно. Хорошо, Надюша, добре тоді. Хорошо, завтра встречаемся. Давай, все. Откуда она? Ой, здесь у нас пить Чернигово. Думаю, туда поехала. Thank you.
Thank you.
создан YouTube и просмотром миллион собирают. Я находил видео, которое диск отец записал. Почему? Да, но я не нарушаю конституцию. Мы не в России живем, мы не знаем, что можно снимать телефон. Единственное, где можно снимать, когда на вокзал, потом в режиме. Ну, и тоже не продано.
все будет отлично. Хорошо, слабо.
из них, которые становятся курицы, что-то конечно не забыть, что могли. Ты завтра ты имеешь на курицу, что ты хочешь? Я же не шпилю, что забыть. На два часа. На два часа закончишь. Субтитры сделал DimaTorzok.
Копейки, там вокзал. Вокзал? Нет. Чем можно посидеть? Так чем же жизнь приезжает в Нет. Нет? 20-57, на 15 будет ехать. Секунду, если 15 будет, а вот это просто. Ну а це міст перед вокзалом. Успехов вам, пока, пока. Успехов, всего доброго. До побачення.
упомянула у вас, я бы покупала чипсы. Спасибо.
Мало ли, что я вас не люблю.